Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в драконы, садники Олуха. Так, седьмой день, забираем с собой 200 вымпелов. Весенье. Так, и самый интересный вопрос, сколько мне осталось дней? Сколько мне осталось дней? 2 дня, 5 часов. 2 дня, 5 часов. Ну, по идее, ребят, по идее, можно успеть. Потратим сегодня, да, денек, и, например, завтра. Перед работой можно будет, в принципе, рубануться, да, перед ночной сменой. Где-то в часика 2 встать. Блин, я же хотел же убрать... Ай! Я хотел убрать ветрокрыло, он мне здесь, он как бы не нужен. И поставить обратно барсика. Не знаю, привык я почему-то к барсику. Не, возможно, если бы у ветрокрыла был бы уровень, ну хотя бы, там, я не знаю, 18-й. Это было бы топово. У нас барсик получил левел ап. Он, по идее, сейчас должен бомбить еще лучше. Он до этого-то, в принципе, неплохо шпарил. А сейчас бы он вообще великолепно бы заходил бы. Но мы его убрали, мы даже не воспользовались им практически после апа. Так, ну что, звезданем хвостом. Так, тут 2 волны у нас, да, получается? Если я не ошибаюсь, тут, по-моему, должно идти вплоть до 3 волн. По-моему, так. То есть не вот в этой, а вообще вот в этом прохождении, в этом событии. До 3. Опа, ну нифига ты. Фига он там нам печку устроил. Вот жук, а навозный. Его надо вырубать как можно быстрее. Пройдох у этого. Ну что это за урон, а? Плюс 45 хп себе. Это считается ничтожным уроном на самом деле. Так, давай, ветрокрыл, бомби. Хотя можно было бы хильнуться, в принципе. Всю команду, да? Всю команду же он хиляет, вы сказали мне. Я уже просто давно за него играл. И все, так сказать, позабыл. Ну, смотри, здесь нам выпадает рыба. И сразу же фул. 750 миллионов рыбы. Так, это был только первый поединок. Блин, вот ненавижу вот эти вот ареновские паки беспонтовые, в которых очень мало выпадает наград. Блин, я опять забыл поменять. Да что с тобой, Рейд? Что ты... Держи себе на уме, что нам нужно поменять дракона, и все. Ну, что вот мне сейчас опять с ним делать? Так, промахнулся. Здесь, конечно, кривоклык рулит. Он потому что против стражи заточен. Поэтому ему проще. И, конечно же, шторморез. Когда он вешает дебаф... Видишь, он в ответку ему шпарит. Так, ну что, мы можем залечить. А можем добить. Давай укусик сюда. Такой еще смотрит, кого бы атаковать. Это еще только 1-я волна, кстати, у нас. Фиг ли, мы радуемся-то. Я, наверное, просто укус сделаю. Давай посмотрим, насколько мы хиляем мощно. Так... Хил дешманский, ребята. Просто дешманский хил. Не, ну такой меня не устраивает. Еще и вылетает. Так, друзья мои, у меня вылетела игра. Я думаю, вы догадались, да? По зависанию долгому. Погнали. Я не знаю, почему. Хоть разочек, но игра обязательно должна вылететь. С чем это связано? Непонятно. Так, ладно, я думаю, что мы сейчас громобоя... Быстренько с тобой ушатаем. И начнем уже 2-го хламона бомбить. Ну что ты вылупился? Вылупился он там, смотрит по сторонам. На! Это тебе для начала. Удар хвостом. Укус. Можно будет, в принципе, хилить. Но я не буду сейчас хиляться, ребят. Я не вижу в этом пока смысла. Сейчас мы его так добьем. Вот она, 2-я волна. И вот здесь уже можно, кстати, и хильнуться. Так, начну-ка я, наверное, с тройного удара, скорее всего. Плевки он тут своим мне вылупляет. Посмотри на него. И на следующем бою я все-таки уберу ветрокрыло.
И поставлю обратно Бартика. Так, кусает. Влупляет. Ну, мы, наверное, добивку здесь сделаем. Так, они сейчас вдвоем... Это вражеский будут ходить вторым? Нет, мой. Ну-ка. Отлично. Все-таки ушатали мы этого вражеского штормореза. Барсик мой получает потихоньку звездюлей. Я вообще-то не это хотел сделать. Я хотел сделать массовую эту понижение брони ему. О, заморозку можно сделать. Уничтожит, интересно. О, прекрасно. Ну что, у нас тут колесо и выпадает рыба. Но рыба у нас и так фул. Это уже идет у нам в запас. Так, а вот ареновский пак. Давай посмотрим. Как всегда, ерунда выпадет. По мне, лучше загадочный пак, чем вот этот вот. Шторморез, так, лавары, крылатый ужас и все. Вообще беспонтово, ну согласись. Просто беспонтово. Дали какую-то фигню, блин. Три дракона. Ну да, то, что там шторморез выпадает, может быть, это, конечно, и хорошо. Но там его так мало дают. Я начну с пристиголового, вот с этого. Огнеплюя, так я его назову. И опять я забыл поменять. Да что ты будешь делать? Опять я забываю поменять-то все. Давай добьем, наверное. Ну, не добьем, так, шуганем его с леденцушки. Сейчас будет пламенем же шпарить. Добей, красавчик. Так, ну что, громорок у нас тут выпедривается. Давай кусанем его. Понижение брони. Удар хвостом. Удар хвостом. И укус. Плюс добивка. Вторая волна. Так, здесь громель. Или громель. Громель, да? Давай сделаем вот так вот. Змеевик. Надо змеевика выносить. Это фаерболами обычно, ребят, стреляется у нас. Огненными. Блин, змеевик сейчас будет ходить. Достал ты уже, парень. В доску всех причем. Ну, что-то там. Фаербол? Ну, конечно же, ребят, свои фаербол тут будет выплескивать. Если вот так вот нормально хватило. Ну что, распрощаемся с вражеским шторморезом. Давай вот так вот. Специально его ледяным дыханием. И в этот раз опять нам выпадает рыба. Склад уже там переполнен ее. А вот мы и дошли до мини-боссика, друзья. Мини-боссик плюс выпадет нам загадочный пак. Ну что, блин, ну тут команда, конечно, такая серьезная. Тут громобой, видишь, да, какой? Жесткий, с массовой атакой. И ужасное чудовище. Плюс баффер. Я даже не знаю, что и делать-то. Если только копить на заморозку и бомбить ее. Как бы такой вариант. Хм, интересно. Очень интересно. А если я просто укушу, нам... Блин, фигня получится. И так фигня получится, и так фигня, да? Хиляться. Не вижу смысла. Просто ударим хвостом. Так, вон он что делает. Ужасное чудовище, в принципе, сейчас ничего не сделает нам. Массовой атаки никакой он не имеет. Поэтому переживем этот урон. Вот этот лишь бы не бафал. Во! Но опять же, не забывай, что это только первая волна. Что он сейчас всыпет? Ага. Ну, давай так сделаем. Только не вздумай. Шпарит, конечно, не по-детски. Я делаю вот так вот. И вот так.
Лучше так будет. Пошел отсюда. Ну что, Громорок, сейчас тебе придет каек. Так, вторая волна. И у нас тут, блин, скалотряс и плюс душитель еще. Зашибись, вы придумали, конечно. Молодцы, красавчики. Давай, наверное, этого сдуем в первую очередь. Душителя. Любитель, потому что он понижает броню. А этот любитель пережевывать. А если он... А если он еще и сделает... Ну, я тебе говорю, что вот не в тему, ребят. Вот он не в тему здесь. Вот ветрокрыл. Вообще не в тему. Сейчас он сейчас уничтожит мне кривоклыка. А, вот так он даже делает. Он его в смятение поставил. Да, конечно, этот добьет. Вообще не в тему. Так, минусанули. И остается лишь тройной удар. Ну, здесь ему, конечно, одному не жить. Он тут ничего один против нас не сделает. Энергию накопить он вряд ли сможет. Мы его быстрее уничтожим. Ну, в этот раз выпадает древесина. Забираем загадочный пак. Естественно, он улетит в копилочку. И давай-ка, мои драконы, меняем ветрокрыло на нашего обратно барсика. Где мой барсик? Вот он, родной. Снарядить вот так вот. 17 уровень имеет барсик. Это лучше, чем 12 уровень у ветрокрыла. Поехали, последний поединок отыграем и будем там собирать уже наши ресурсы и смотреть, кто там чего нам принес. Эх, барсик родной, даже как-то глаз зарадовался. Поехали. Начнем колбасить. Так, опять Громорог здесь, да? Кстати, он тоже имеет двойную атаку. Так, на будущее. Ушатали. Давай, наверное, сюда. Потому что у него массовая атака очень противная. И он, кстати, ей воспользуется, скорее всего. Этот не будет ничего делать. А-а-а! Он потратил, молодец. Он поставил щиты. Вот, не знаю, щиты не спасли его. Не спасли его щиты. Давай сделаем отхил нашей команде. Так как он у нас страж, это, как говорится, радость для нашего кривоклыка. Плюс еще и понижение брони. И что он сейчас будет? Наверное, щиты на себя повесит. Нет, он пошел в атаку, в лобовую причем. Ох ты, ох ты, ох ты, два душителя. И плюс скалотряс. Ну он, ребята, какой-то алмазный скалотряс, видишь? Такой весь в шипах, в каких-то, я не знаю, изумруды или что это у него. Давай так сделаем. Добьешь? Нет, он против синих слаб. По атаке он слаб. А этот, как всегда, ребят, пережевывает. Рожа у нее такая, эх, Шарапов. Да вы достали, что вы сразу все на это вот это. Все, причем, ребята, абсолютно. Добей хотя бы этого. А, он в смятении. Надо было вот сюда бомбить. Все, сейчас ушатают, скорее всего. Этот не пощадит. Это сделает выстрел свой. Слушай, ну тогда... А чё ж ты не стал делать массовый-то? Во, все, ребят, в слепоту мы его вогнали. А дальше пускай что хочет делает. Да-да-да-да-да, конечно, ага. Держи карман шире, так мы тебе и позволим все это. Так, ну здесь нам достается рыба. 262 миллиона. Так, ребят, получается нам понадобится 5 поединков. Это уже в следующий раз, и мы пройдем, в принципе, это событие. Так, забираем здесь бесплатный пак. Удина монеты. А в загадочном шоп от смерти, шторморез, вострозуб. Так, и дракон выпадает нам. Ну, естественно, это водорез. Так, у нас сколько водорезов там уже? В наличии 3. В наличии 3, значит, я могу, знаешь, что сделать?
А, 3, если бы было 4, тогда бы да, мы могли бы его, ребята, разобрать. Ну ты понял, да, про что я имею в виду? Вот здесь вот. Спокойненько могли бы его разобрать. Он же у нас идет как обычный водорез. Нет, наверное, редкий или необычный. А, так все, мы можем. Раз, два, три. Вознести. 186 чешуек получаем. Громоножка у нас есть 3 штуки. Ну, я не хочу, ребят, громоножку тратить. Так, сейчас посмотрим на наших легендарных. Подправляем их на задание. Так, болтун. Пускай болтун у нас пока тренируется. Тройной удар чемпион. А почему бы нам его не обучить? Пускай обучается, конечно. Так, у нас рыбы много, говорят. Тыквиброн, ты пойдешь? Да, он пойдет тренироваться у нас. Так, Инферн тоже пойдет, да? Скороход. Хватит у нас там места? Хватает. Вот. Брызговик. У нас там рыба на складе есть? Излишки забираем. Даже еще остается. Так, монеты Удина. Это загадочный пак, ребят, наш выигрыш. Шторморез, крылатый ужас, душитель и ресурсы. Сейчас, подожди. Где он? Вот он. Ага. Ух ты. Ну, да ладно. Блин. Я думал, что я его сейчас отправлю обучаться, а не тут-то было. Плохо. Тогда пускай летит за рыбой. Так, продолжай. Фейерверк тоже полетел у нас. Так, ну а ты мне что принес? 2 железа. Так, пятно. Давай бесплатно. Полетел. Так, сейчас мы посмотрим здесь, что еще у нас есть. Надо ресурсы собирать, в принципе-то. Мне сказали про буйволорда. Типа, качая его, будет очень много ресурсов приносить. Ну, этот как-то вот мало у нас. Что, под смертью он мало нам приносит? Зачем я его вообще отправляю? Если он мало нам носит всего. Не буду я его тогда отправлять. И этот тоже мало нам. Так, в общем, давай мы, наверное, сделаем 630 рыбы, да? 630. Пускай летит. Мы в прошлой серии практически никого не смогли отправить. Кроме, вот, вот этот парень-то у нас, как всегда, бравый солдатик. Жалко, я не могу, конечно, им прокачать дальше уровень, потому что академка не позволяет. А так бы, конечно, хотелось бы, ребят. 20 рун. Так, ну что ты мне тут принес? Какое яйцо? Лучшее или... Так, это, по-моему, обычное, ребят. Подняться повыше. Я ему предлагаю подняться повыше. И здесь, так, рыба. Ну что, сарделька, давай. Спрячься в пещерах. Пускай прячется в пещерах. Ну тут, наверное, конечно же, шестеренка. 300 этих он вряд ли нам даст. Давай, гробли. Лети там туда. Ну-ка, найди мать. Какую-то мать найти. Чью мать? Непонятно.
продолжить. Так, осторожность. Проявляй осторожность. Так, Йохан, отказывайся от твоего выгодного обмена. И здесь то же самое, ребят. Это не обмен, это надувательство называется. Причем офигенное. Он просит за какие-то фуфловые ресурсы. Слишком жесткий, как сказать. Ну, жесткий обмен, ребят. Ну, что это? И дает ерунду, а просит столько рун. Я, конечно, не соглашаюсь по этому поводу. Так, сейчас, подожди, посмотрим. А у нас тут ничего не осталось больше, да? Малышей только если прокачивать. Зачем ты, Рэй, прокачиваешь малышей? Ребят, я вам объяснял уже, зачем я это все делаю. Потом все равно драконов придется прокачивать, как-то не крути. И лучше я сейчас это сделаю, чем потом. Чтобы у меня хотя бы, как сказать, были заготовки. А вы хотите сказать, если ты прокачиваешь, то прокачивай нужных, а не все нужные, ребят. Все драконы нужны. Так, ну лети за рыбой. Ты за деревом. Так, по-моему, тут еще у нас, да? 200 лямов рыбы. Ну, это мало. Сезонный абонемент. Получаем награды. Как раз на одну наградочку мы насобираем. Ага. Так, викинг. И загадочный пак еще один. Ну что ж, получаем монетки Одина. Шторморез, крылатый ужас, водорез. Да, в последнее время очень скудно. Очень скудно дают нам награды. Это, я так понимаю, тусклый янтарь у нас созрел. Блестящим стал, две штуки мы забрали. А я еще могу, например, заказать вам? Могу, одну штучку. И пак. Редкий. Ну, Простиголов, Костолом, крылатый ужас, водорез. Хлысторез. Отлично, ребят. Хлысторезик нам выпал. А событие кончилось, да, уже? Со свитками. Ну да, кончилось. Поэтому бесполезно тут их выискивать. Ну да. Вроде бы, друзья мои, как все. Больше нам здесь пока и нечего делать. Надо не забыть, что брызговика мы можем улучшить на 95 уровень. Да. Ну что, дорогие друзья, на этом сегодня все. Всем удачи и до новых скорых видосиков.